Бушидо. Путь воина. Нобухико Такада, человек, который имеет цель. Недавно я встречался на арене в Йокогаме с Гарри Олбрайтом и, к сожалению, потерпел свое первое поражение в рамках Бушидо. И теперь я и остальные парни оказались позади Гарри. И главная интрига этого года, думаю, будет именно то, кто же сможет остановить Гарри. Я думаю, что остановить его придется именно мне, поскольку других реально сильных людей, кто может остановить Олбрайта, я не вижу. Когда это произойдет, пока я не знаю, мне нужно подготовиться, но то, что это будет, я обещаю. Американец Гарри Олбрайт взбудоражил федерацию Бушидо. Он нанес поражение ее ведущему бойцу Нобухико Такаде и стал тем, кого жаждет победить каждый. На этот раз оппонент Гарри Олбрайта другой американский боец Том Бертон. А Такада, отодвинутый на вторую строчку, будет биться с американцем Марком Сильвером. Также Казуо Ямазаки сразится со Стивом Дэем, а Йоджи Анджо с Масахито Кокихарой. Еще нас ждет парный бой Флеминг и Накана против Мията и Тамуры. Но сначала давайте посмотрим поединок Хиромицу Канехары с Йошихирой Такаямой. Йошихиро Такаяма – новое лицо в нашей программе, ему 27 лет, его рост 195 сантиметров, вес 109 килограммов. Ну а это Хиромицу Канехара из Токио, ему 20, бывший чемпион среди юниоров Федерации Бушидо, теперь начинает зарекомендовывать себя на новом уровне. Ему 20 лет, рост 1,80 м, вес 90 килограммов. Ну что же, Канахара в желтом, Такаяма во всем черном, и Такаяма значительно выше. Рост под 2 метра у Такаямы. Канахара в красном углу, Такаяма в синем. Это первый бой Такаямы и знаменательный бой для Канахара. После трех своих побед над Маэдой у него появился шанс встретиться с новым противником. И Канахара сразу берет с места в карьер. Неплохо он атакует. Смотрите-ка, Такаяму. И сразу же минус балл. Это неплохо. И смотрите, Такаяма пошел в атаку, как активно и резко. Пока 15-14 выигрывает Канехара. Кстати, Такаяма является местной звездой. И, естественно, что публика поддерживает именно его, отчаянно они за него болеют. Это его первый поединок, и, естественно, что зрители хотят поддержать его морально. Так, бросать будет Канехара. Бросил, но не очень чувствительно бросил. Конечно, если Канехара сегодня проиграет Такаяме, это будет для него большой проблемой, потому что он считается более опытным бойцом. Но вот в атаке Канехара, и вот чувствительный очень захват, сейчас он болевой проводит. Так,
Такаяма, по-моему, рвется к канатам. Нет! Не так-то все просто. Вы посмотрите. Атакует он, атакует Канехару. Вот, мне кажется, этот поединок, вот Канехара списывает себе еще один балл. Этот поединок покажет, достаточно ли Такаяма крепок физически, чтобы соответствовать требованиям Бусидо. Больше года он тренируется в спортзале Федерации. И, в принципе, наверное, кому-то он доказал, что готов выйти на ринг. Пока у Такаямы не особо-то много получается, согласитесь. Несмотря на такое преимущество в росте, под 2 метра, у него не извлекает он каких-то дивидендов из этого преимущества. А если, кстати, внимательно вы приглядитесь к Такаяме, то заметите, что у него нет одного уха. Он его лишил все время спарринга на тренировке. Так что натерпелся прилично Такаяма. Пока он проигрывает, но мы прекрасно понимаем, что все зависит здесь не от количества баллов. Не все, конечно, но многое. А от грамотно проведенного болевого приема. Ох, как сейчас проверил зубы у Такаяма Канехара. И болевой, смотрите, как болевой. 15-12. Канехара впереди на 3 балла. Очередное рукопожатие, непонятно почему. Так, взаимные удары ногами. Сейчас посмотрите, как Канехара здорово блокирует удары Такаямы. Спокойно совершенно. И никакой боли для Канехары. Что будет сейчас делать Такаяма? Ну, поднять-то Канехару это вряд ли. Не понимает, мне кажется, Такаяма, как он может подобраться к Канехаре и провести болевой прием. А вот Хирамицу пытается сделать что-то маломальски опасное. И мне кажется, проблема у Такаямы. Нет, проблема как раз у Канехары. Вот, к сожалению, не очень хорошо было видно, чем же смог сейчас так удивить Такаяма Канехару. Очень хорошая сегодня атмосфера в зале. Атакует, смотрите, Канехара. А Такаяма прям не понимает, чего же сделать-то ему с Канехарой. Что будет делать сейчас Канехара? Ну-ка, смотрим. Болевой на ногу. А как же далеко канаты для Канехары? Вы взгляните. Ой-ой-ой-ой, ну что, дотянется или нет? Не позволяет Канехара этого сделать, но вот преимущество-то в стойке он уже утерял. Утерял Канехара преимущество, но все равно очень чувствительно. Все, победа! Чистая победа! А это Хирамицу Канехара в действии. Да, не выдержал Такаяма в первом бою своем. Ну что же, в этом бою победил Хирамицу Канехара. А далее у нас парный бой Флеминга Накана против Мияту Итамуры. Марк Флеминг из США. Ему 33, рост 1,85 м, вес 116 килограммов. Он является главным тренером в Академии рестлинга Лутеза.
Ну, а его напарник Тацуо Накано из Ибараки, он славится своей невероятной выносливостью. Ему 28, рост 1,75 м, вес 98 килограммов. Юка Мията и Киоши Тамура напротив них. И вот Киоши Тамура из Акаямы, ему 24, рост 1,83 м, вес 91 килограммов. Прекрасно владеет ударами ногами. И напарник Тамура Юка Мията из Канагавы, ему 30, рост 1,77 м, вес 91 килограмм. Один из ветеранов Бушидо, специалист по кикбоксингу, джиу-джитсу, боксу и рестлингу. Ну что же, в правом синем углу ринга Флеминг и Накано, в красном Юка Мията и Киоши Тамура. И поединок начался, у каждой команды в своем активе по 21 очку. Накано будет... Хотел бросить, хотел, но Юка Мията вовремя ушел в ноги и не позволил. Так, ну что, в клинче сейчас находится Накано и Мията. И Накано проводит свою первую осмысленную атаку. Ищет брешь в обороне Юки. Так, сейчас уже Юка Мията будет пытаться разорвать захват, замок. Передышка, ну это естественно. Парные поединки, а как раз характерны такими вот временными затишьями перед бурей. Честно говоря, мне бы хотелось видеть поединок Флеминга и Мията. Флеминг ведь превосходная борцовская техника, он может покидать Мията. А вот сейчас в атаке Накано, вы посмотрите, и лишь канаты спасли сейчас Юку от проблем. Вышел на ринг Флеминг. Мията останется или нет? Интересно, достался. И понеслась. Вот то, о чем мы и говорили. Сейчас еще один бросок, интересно, последует. Боже, ну он прямо отрывает голову Юке. Флеминг-то, а? Но начал он очень красиво. Шикарный суплекс по очень большой амплитуде. Юка пока держится. Но все-таки канаты. Ну что ж, на ринг выходит Тамура. Флеминг остается. Флеминг сейчас будет пытаться провести бросок. Пока не получается. Тамура быстр и резок. Бросил-таки Флеминг, но пока это все не приносит зачетных баллов. Вроде бы Тамура достаточно легче Флеминга, но не так-то просто его бросить. Смотрите. Тамура бросает. Ох как! А какие-то проблемы, смотрите, с коленом у Флеминга, да? Да, конечно, у Флеминга превосходство и в весе, и в физической мощи. Но Тамура, смотрите, здорово очень пока противостоит ему. Так, судья предлагает капитулировать Тамуре, сдаться. Но не думаю, что Тамура так быстро подпишет свое поражение. Кстати, обратите внимание, что Тамура
снял наколенники и практически не проводит удары ногами. Он настроен именно на борцовский поединок. Думается мне, что Тамура на полу чувствует себя более уверенно, нежели в стойке. Так, ну что, Флеминг сейчас пытается найти брешь в обороне Тамуры, пока ему это не удается. Тамура здорово уходит, вы взгляните. Конечно, Тамура не чистый рестлер, он очень здорово атакует и ногами, и руками, но вот сейчас почему-то, может быть, до поры до времени, он не применяет свои сокрушительные удары. Сменил Накана Флеминга на ринге. Накана отдохнувший. Так, будет бросать. Ну, Тамура сам, вернее, Накана сам завалился сейчас на ринг, предложив Тамуре выбирать продолжение и варианты этого самого продолжения. Пока вариантов Киёши не нашел. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите-ка. Один удар Накана. И иногда он, похоже, да? Нет, счет не открывает рефери. Нет, все-таки был открыт. Значит, счет 15-20. Проигрывает пара Тамура Мията. И Тамура сменился на Юку. Начал Юку очень резво. Так, что сейчас будет делать Юка? Может быть, удушающий, нет? Точно. Удушающий, но, смотрите, Накана моментально уходит. Да, Юка сейчас хотел свой коронный удар с разворота, но не дал Накана ему. Ису, ой, вы посмотрите, прямо на загривок. Боже мой. Да, открывается счет, плюс суплекс. 4 балла зарабатывает команда Флеминга Накана. Это было красиво. Флеминг даже поаплодировал за столь эффективный и эффектный бросок Накана. 20-11. Ну что, Юка настучал по ушам Накана. Тоже не менее красивый суплекс, вы взгляните. Ой-ой-ой, как же сейчас опасно, да? Дойдет он до Флеминга? Дошел, похоже, дошел, да? И Флеминг, нет, все-таки Юка побаивается драться против Флеминга. Я, наверное, повторюсь, но вынужден сказать еще раз, что Тамура чрезвычайно быстрый боец на ринге. Вот попытка удушающего. Это именно то, что, кстати, принесло ему победу над Мэтью Саадом Мухаммедом в одном из своих предыдущих боев. Вот, посмотрите, выражение лица сейчас у Флеминга похоже на выражение лица Сергея Шнурова. И заставляет Тамура сейчас Флеминга уйти к канатам. Ну, Флеминг сейчас будет контратаковать. Будет поднимать сейчас, да? Ну, пошел на ноги.
Так, там у руканатов. Неплохо сейчас атаковал, согласитесь. Флеминг заставил Тамуру списать еще один балл. А у Тамура какие-то проблемы определенно в этом поединке. Не может он достойно противостоять паре Флеминг на Кана. Еще раз потеря 3 баллов. Еще раз открыт счет. 18-7. Ох ты, Флеминг с Накана. Ой, Флеминг с Мията, прошу прощения, борется. Мията решил скоростью огорошить Флеминга, да? Но того-то на Микине не проведешь. Вот вам, пожалуйста, вы смотрите. Вырвался Юха. Из убийственного, казалось бы, захвата Флеминга. Но эта пара, конечно, слон и моська. Ну зачем, вот мне непонятно, только Юка ввязывается в борцовскую вот эту вот зацепку с Флемингом. Понятно же, что Флеминг гораздо опытнее в борьбе, он мощнее, сильнее и тяжелее. Для чего Юке это надо? Непонятно. Видите, Юка двигается, посматривает, где же там канат-то, а? Не удается Марку, смотрите, заломать ногу Юки. И да, вот сейчас, судя по всему, это было больно. И 18-6. Ну, полное преимущество по ходу встречи пары Накана Флеминг. Бросать будет, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу же захватил руку в попытке болевого на локтевой сустав. Да, вот он. Неплохой бросок. Ну, правильно сейчас делает Юка. Но и неплохо Флеминг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто как в хоккее сейчас Флеминг пошел на Юку. Тамура очень хочет выйти на ринг, но вы посмотрите, 18-2. О, и Юка Мията остается на ринге. Ага, вот только для того, чтобы провести вот этот удар в солнечное сплетение. Не ожидал, конечно, Флеминг этого вот такого подлого удара. Ух ты, вы посмотрите, что делает Юка с Флемингом. Ну и смотрите, что делает Флеминг с Юкой. Нет. Марк уже хотел окончательно закинуть Мията под потолок, но все-таки Юка успел. Так, ну Тамуре надо проводить болевой. Причем болевой и эффективный, чтобы закончить этот бой чистой победой. Но Накана. Накана на ринге уже и Тамура. Давай, говорит Тамура, давай вставай. Убери-ка руки. Накана, видите. Бей еще, говорит. Да, Накана вышел не очень вовремя, скажем так. Тамура настроен очень серьезно. Ага, Накана, как выясняется, не менее серьезно настроен. Флеминг готов закончить начатое Накана. Бам! И сразу же уходит в болевой.
Нет, пока Тамура не сдается. Канаты. Вот сейчас ситуация очень интересная. 15-1. Любое следующее касание канатов для пары Тамура Мията будет означать поражение. И Мията должен сейчас, поставлен в такое положение, что Мията должен проводить болевой, причем болевой эффективный. Но Флеминг-то не согласен с этим. Флеминг просто кидает юку и идет на болевой. Не позволил сейчас, да, не позволил Флеминг доползти юки до канатов. Провел болевой, и вот мы все с вами видим прекрасно. Флеминг и Накано победители в этой паре. На юку бедного больно смотреть. Фантастическая атмосфера. Все, чего хотели зрители, они и получили. Следующий поединок. Йоджи Анжо против Масахито Кокихары. Масахито Кокихара из Эхиме. Ему 21, рост 1,83 м, вес 88. Среди бойцов Федерации Бушидо у него самые быстрые руки, которым он, кстати, уже сломал скулу уже двум противникам. Последний его бой был против американца Марка Сильвера, и встреча-то завершилась в ничью. Всего в рамках Бушидо он провел 7 боев, у него 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Ну, а это Йоджи Аджо, он из Сайтамы. Ему 26 лет, рост 1,83 м, вес 95 килограммов. Известен всем как хороший кикбоксер, но неплохо чувствует себя и в борьбе на полу. Что он недавно ощутил на себе его последний противник, Стив Дэй. В 9 боях у него 4 победы и 5 поражений. Рукопожатие приветствуется, это естественно. Йоджи улыбается перед боем. И Йоджи решил немножечко угомонить Масахито Кокихару. Да, потому что Масахито очень резво начал. Сможет ли он так продолжать? Сейчас, по-моему, Йоджи готовится к броску, нет? Кокихара стремится попасть в число лучших бойцов Бушидо. Анжо просто хочет сохранить свои позиции. То он гораздо опытнее и гораздо выше рангом по сравнению с Кокихарой, который моложе и менее опытен. Ой-ой-ой, вы посмотрите, проверяет он почки, естественно, проверяет Кокихара. И вынуждает его Анжо дотронуться до канатов. Первое очко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, открывать счет, нет? Да, конечно. И еще вот придержал, смотрите-ка, Анжо. И догнал ударом коленом в спину. Ну что, встал Кокихара, да? Да. Живой? Живой. Конечно, вот эти вот такие промахи, они чрезвычайно опасны против опытных бойцов. Ну а здесь Кокихара уходит в контратаку. Йоджи уже в атаке. Вы посмотрите-ка, как все быстро меняется. Взаимные атаки, все-таки с небольшим преимуществом Йоджи Анжо, мы видим. Спокоен абсолютно Йоджи. Вот, периодически он так напоминает Кокихаре, кто в доме хозяин. Ну что, сейчас еще раз будет это делать, нет? Больно ужасно Кокихаре.
Сдаваться, конечно, Масахито не будет. Но вот то, что могут возникнуть определенные проблемы с ногой, это точно. Итак, еще один болевой. Мы уже, мне кажется, даже зрители советуют Кикихаре сдаваться. Но он, конечно, крепкий парень, так легко не сдастся. Боже, Йоджи пришел на удушающий, по-моему, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то? Дотронулся Кикихара до канатов, 15-7. Ага. Но мне кажется, это был не совсем точный удар, хотя чувствительный, вне всякого сомнения. Он готов вообще драться-то, нет, дальше, Кикихара? Какое-то избиение младенцев происходит сейчас на ринге. Йоджи Анджо постоянно мутузит бедного Масахито. Ну, надо уже сдаваться. Потому что дальше, может быть, все только хуже и хуже. Кстати, Анджо такое ощущение, что издевается над Кикихарой и смотрит в зал и спрашивает, ну, что с ним сделать-то? Чего вы хотите? Хотите брошу, хотите заломаю, хотите задушу? Дополз Кикихара до канатов, но вы посмотрите на счет. 15-3. 15-3. Подавляющее преимущество Йоджи. Так, вот этот захват может положить конец схватке. Ну, выкрутился Кикихара. Что это было? Так, ой, какие проблемы у Йоджи. Канаты. Больно было. 14-3. Первый балл минус у Йоджи. И нокдаун еще. Да. Так, ну что, Кикихара. Да, он чувствует, что может, надо развить успех. И может он это сделать. Целится в ту же ногу. Пытался сейчас проверить Кикихару коленом. Йоджи, но попал на болевой. И что дальше? Есть! Есть! Кикихара, проигрывая практически вчистую весь бой. Очень грамотно провел болевой прием. И при счете 3. Помните, было 3-15, 3-14, 3-11. Все-таки сумел выиграть в этом поединке. Ну и далее Казуя Мазаки против американца Стива Дея. Стив Дей, Соединенные Штаты, ему 38 лет, рост 1,88 м, вес 104 килограмма, провел 2 поединка в Бушидо. Оба раза проиграл, но зато входил в состав олимпийской сборной США по борьбе. Очень трудный он соперник. Здорово бросает. И Казуо Ямазаки. Очень популярный боец из Токио. Но свой последний бой он неожиданно для всех проиграл Коджи Китао. Ему 31, рост его 1,90 м. Вес 104 килограмма. 10 боев он провел. Имеет в своем активе 7 побед и 3 поражения. Ямазака выглядит так, будто готов на убийство. Думаю, сейчас Такада в таком же состоянии. Последний раз оба лучших японских бойца потерпели поражение на арене в Йокогаме. Так, Ямазака в красном углу, да и в синем. Стиви Дэй здорово сейчас бросил.
Еще раз бросил Стив Дэй. А вот сразу же Ямазаки пошел в болевой. Смотрите-ка. Стив выкрутился. Ну что, оба укатились к канатам. Но, думаю, надо останавливать поединок, конечно. Рефери остановил этот поединок. Дал возможность бойцам разойтись по углам и, соответственно, продолжить поединок в центре ринга. Небольшой отдых, судя по всему, взяли наши бойцы. Кстати, посмотрите-ка, Ямазаки тоже имеет на своей спине следы от банок. Банок лечебных, естественно, не трехлитровых, как вы подумали. Очевидно, и Такада, и Ямазаки ходят к одному лекарю, который ничего, кроме банок, не знает. Так, ну что сейчас будет делать Стив? Брать на болевой? Бросает, шикарно бросил. И далее догнал предплечьем, да? Очень высоко пролетел. Пролетели ноги Ямазаки. Сам-то Ямазаки, естественно, невысоко летел. Но в атаке сейчас Дэй, а Ямазаки пытается разорвать захват Дэя. Канаты. Ох ты! Вот что может сделать Казуо Ямазаки, когда его разозлить. Ой-ой-ой-ой-ой, что он сделал, вы видели, да? Во время того, как был практически в положении взятого на болевой, сбил атакующий порыв Стива Дэя, но не до конца, как мы видим. Так, перекрестный, взаимный захват ног. Да, и Мазаки смотрит, сможет ли он коснуться канатов, если что. Да, решился. Стив Дэй сейчас впереди на 4 балла, 14-10. Наверное, и Мазаки должен уже ногами поработать немножечко. Потому что в борьбе он не очень силен. Вот Дэй вроде бы поймал ногу, но получил по уху. Наверное, все-таки Ямазаки пытался обмануть Стива Дэя, отвлечь того вертушкой, а затем перевести бой на пол и провести поперечный захват. Но Стива не так просто обмануть и отвлечь. Тем более вертушка от Ямазаки. Но, судя по всему, Ямазаки оправился от очень болезненного поражения от Китао на первом ежегодном чемпионате мира по боевым искусствам. Так, ну что, судья? Ямазаки все пытается сделать болевой прием Стиву. Все знают, что он прекрасный кикбоксер. Но на самом деле он разносторонний боец, сведущий в универсальном рестлинге. И даже когда он сражался с Китао,
Мы помним, как эффективны были его болевые захваты. Но надо отдать должное, кстати, и Стиву Дэй. Он действует весьма эффективно. Ямазаки, посмотрите, действует как убийца какой-то. Остановите самурая. Ох, как опасно сейчас было. Защищается, но не может защититься от ударов Ямазаки Дэй. Настучал сейчас Ямазаки Дэю по ногам. Вы посмотрите. Ну что, и сейчас Казу, наверное, должен действовать в том же ключе. Ну еще раз, давай, правильно. Все верно. Бросать. Боже, должен был бросать Казу Ямазаки, а бросил-то Стив Дэй. И Ямазаки резко на болевой ушел. Так, уйти-то он ушел. А вот дальше-то что? Ага, пытается еще и ногами разорвать этот захват. Так, разорвет или нет замок? Скорее всего, да. Да, и сразу же болевой. Конечно, потому что это было очень критично. Для Дэя канаты далеко, а вот с помощью ног все-таки разорвал захват Ямазаки. И победителем из этого боя выходит Казуо Ямазаки. Ну а теперь Набухико Такада против Марка Сильвера. Это Марк Сильвер из США. Он продолжает выступать на ринге Бушидо. Ему 23 года. Рост 1,88 м, вес 104 килограмма. В последнем бою у него была ничья с Кагихарой. А всего в трех боях у него две ничьи и одно поражение. Ну вот Набухико Такада из Канагавы. Ему 31 год, рост 1,85 м, вес 104 килограмма. Замечательный разносторонний боец. Был ведущим бойцом в Японии, пока не появился там Олбрайт, которому Такада и проиграл. Сможет ли он вернуться на вершину? В 10 боев провел Набухико Такада 9 побед и одно поражение. Такада в красном углу, Марк Сильвер в синем. Интересно вообще выяснить, есть ли шансы у Сильвера против Такады, который пока умудрился проиграть только Олбрайту. Мне кажется, по сегодняшнему бою нет вообще никаких вопросов. Такада обязан побеждать Сильвера. Если он сегодня потерпит поражение, то ему, конечно, стоит задуматься об уходе с ринга. Несомненно, у всех великих чемпионов бывают поражения, но настоящий чемпион должен уметь вернуться и вернуться, самое главное, триумфально. Но этому триумфальному возвращению будет препятствовать Марк Сильвер. Ему все-таки тоже надо одерживать первую победу. Если она будет одержана именно над Такадой, это, конечно, будет дорогого стоить. Так, сейчас Сильвер пытается понять, как же ему можно атаковать получше Такаду. Пока никак, но что делать? Такада лег спать. Попытка болевого в исполнении Сильвера.
Но вывернулся, вывернулся Такада и сразу же заставил Сильвера дотронуться до каната. Может быть, сейчас Такада попробует все-таки проверить ноги ударами, ноги Сильвера. Да, совершенно верно, конечно. Но пока для Сильвера... Это ничего не принесло американскому бойцу. Такада очень быстро завалил Марка. И перешел в ответную контратаку. Пока Такада особо не напрягается. Очень сложно предугадать его мысли. Но нет тут такого вот твердого убеждения, что Такада по-настоящему включился в бой. Ой-ой-ой, удушающий для Сильвера. Может быть, канатом уже пора? Да, пожалуйста. Мне кажется, Сильвер сейчас действует на пределе, а вот... Ох, Такада, вы посмотрите, как точно попал. Очень точно попал. 15-10. Так, ну что сейчас? Такада решил все-таки поработать ногами, да? Ну посмотрим, к чему это приведет. Так, оба ушли в партер. Ну что, у Такады попытка двойного захвата запястья, да? Да, совершенно верно. Но Марк постоянно находит канаты. И ничего пока Такаде не удается. Ой, вы посмотрите-ка, а, болевой какой. Все! Достаточно легко одержал победу Такада в этом поединке. Особо не напрягаясь. Рановато все-таки Сильверу выходить против такого монстра, как Такада. Вот он победитель на бухте Такада. Ну а далее американское противостояние Гарри Олбрайт против Тома Бертона. Том Бертон в синем, Гарри Олбрайт в красном. Вот он, Том Бертон из Флориды. Ему 32 года. Рост 1,77 м, вес 109 килограммов. За ним всегда чрезвычайно интересно наблюдать, вне зависимости от того, кто побеждает или проигрывает. Последний свой бой он проиграл на Кана. А вообще в рамках Бушидо у него 8 боев и 2 победы, 6 поражений. Но это великий и могучий Гарри Олбрайт. У него вообще шикарный список выступлений. 7-7. 7 побед, 7 боев. Ему 30 лет. Рост 1,93 м, вес 159 килограммов. Чемпион США по вольной греко-римской борьбе. Кстати, в последнем своем бою он шокировал Японию, победив национального героя Набухико Такаду. Так. Олбрайт сразу пошел в атаку. Сразу же бросил Бертона. Ну что, можно сказать только одно. Удачи, Бертон. Потому что, как сказал Такада, главная интрига, кто же остановит Гарри Олбрайта. Сейчас Гарри является профессиональным рестлером номер один в мире. Он выигрывает в этом бою 15-13. Да, что-то
Бёртон пока не впечатляет первые полторы-две минуты. Ищет свое счастье Бёртон пока у канадцев. Ну вот и первый болевой. И первый болевой от Бёртона. И это уже что-то. Четырнадцать-двенадцать. Впереди Гарри Олбрайт. Ох, как здорово ударил Гарри, но моментально бросил Бёртона. Бросил достаточно чувствительно, кстати говоря. О, да Бёртон еще и встать не может. Четырнадцать-девять. И еще раз получает Бёртон предплечьем на этот раз. Бросает. Опять не может встать Бёртон. Уже 14-5. Ну, судье все-таки надо, я думаю, останавливать бой. Потому что Бёртон иначе может уйти со сломанными конечностями. Опять Гарри в действии. Да что ж такое-то? Ну все, все, ну хватит, действительно. Очередная победа Гарри Олбрайта. Программа подготовлена к эфиру кинокомпании «Селена Интернешнл» по заказу телеагентства «Русский репортаж».